Приветствую вас, мои дорогие друзья, с вами Лилия Донскова, и сегодня у нас будет эксклюзивное видео. Я вам покажу новинку из каталога Норхен. Это три пары новых очков. Очки приходят в твердом футляре черного цвета и серебристая надпись Норхен Oriflame Sweden. Внутри лежит салфетка для того, чтобы протереть стекла очков, привести их в порядок. И сейчас мы посмотрим сами очки. Я начну с тех, которые мне больше всего нравятся. Это очки в такой нежно-розовой с комбинацией золота оправе. На дужках этих очков два кристалла нежно-розового цвета в тон оправы. И сами стекла темные, очки с ультрафильтром 400, и, как показывает практика, все очки Oriflame очень высокого качества. И мне уже не терпится примерить. Отличная посадка, то есть они сразу сели по ширине головы, дужки не давят за ушками, и отличная посадка на переносицу, прекрасная цветопередача, комфортно. Настолько, что я чувствую, как будто я в них родилась. Мне очень хорошо. Надеюсь, что и другие очки будут также прекрасно сидеть на мне. Следующие, которые я хочу померить, очки черные, у которых очень оригинально сделаны стекла без оправы. Как вы видите, дужки крепятся прямо к стеклам. Также в дужки серебристого цвета и заканчиваются таким черно-серым цветом, как графит. И в дужки встроены тоже кристаллы, обрамленные, то есть серые кристаллы, обрамленные белыми. Нет, это не кристаллы, это металл так сделан, что выглядит, как будто все усыпано кристаллами. Очень здорово. Итак, примеряем. Эти очки легче, сразу по ощущениям, легче, чем розовые. Да, сидят тоже великолепно, сидят. Мне кажется, они мне тоже идут. Обязательно напишите в комментариях, какие очки вам больше нравятся на мне, потому что очки я люблю, чтобы они были дорогие, красивые, классные. И следующие очки просто великолепно. Одно дело, когда смотришь на картинки, на модели, другое дело, когда меряешь сама, ощущения вообще другие. И третьи очки, они такие стильные, красные, пластиковая красная оправа, красные такие же дужки, и есть небольшой элемент золотистый рядышком с соединением, где дужка соединяется с очками. Неспроста я накрасила красную помаду, я прям готовилась. Супер, мне все очки очень комфортно сидят, прекрасная цветопередача, так комфортно, так уютно в них. Что же, мне все их покупать придется? Что я хочу сказать про предыдущие очки, то что они на каждый день, их можно носить практически с любым гардеробом. Эти же очки с красной оправой, они уже обязывают подобрать соответствующие аксессуары, то есть одежда, гардероб должны соответствовать уже на 100%. Их уже вот просто так не оденешь однозначно, но они мне тоже нравятся. Супер. Так, жду ваше мнение в комментариях. Мне интересно, какие очки вам больше всего понравились и какие вы присматриваете для себя на лето, чем вы себя планируете побаловать. И я с вами прощаюсь, до новых встреч в наших видео. Подписывайтесь на канал, если видео полезное, ставьте лайк. Всего доброго, пока-пока.